Всем привет! Друзья, хочу с вами поделиться сегодня, как бюджетный котел довести до ума с помощью простого приспособления, которое называется терморегулятор. Дело в том, что у нас этот котел такой надежный, все нравится, но у него есть один недостаток, что он работает. Горелка у него постоянно на полную мощность включена. Ее здесь не убавить, чтобы поменьше огонь сделать, побольше. Регулировка идет только вот этим датчиком. 1, 2, 7 положений у него. Вот сейчас на двоечке стоит, на улице тут 0. Где-то до 10 градусов двойки хватает. В общем, греет он на ней вот. Стоит термометр на нем. Вот почти 60 градусов. На первое положение греет до 40. В общем, регулировка у нас заключается здесь. В принципе, сейчас можно на единички, но лучше двоечки, потому что особенность, я покажу, в чем заключается. Ну, мы стояли мороз за 20, там 25 почти были. Самый большой я стоял на третью, на ней греет там 50 с небольшим, тоже 62 градуса может. Дело в том, что температура воды мне такая не нужна. Постоянно. Это надо выключать, значит, его котел. Беготня лишняя. Чтобы сделать температуру воды, имея насос, естественно, циркуляционный, постоянно в доме, и только ориентироваться потом, как говорится, на температуру окружающего воздуха. Вот такой регулятор за 350 рублей в районе. Сейчас они подаются, там 4-5. Он вот вставляется температура. Вот здесь первый, это 33 градуса, у меня включается насос. И другая, вот сейчас у меня 36 градусов включается. 3 градуса разница. Может 3-4, даже 5. Если чуть холоднее надо, можно любая. Делать 35 градусов или убавить 33, навести на 32. Ну, это легко, еще буквально минуты. И у нас постоянно получается температура в трубах в доме. Она, какую мы выставили 36 градусов, она 36 и будет. Котел, он пусть там нагреется до 60, отключится. Но температура в доме, трубы будут 36. Это позволяет нам держать в доме, вот сейчас я держу 23 градуса, мне вполне комфорт температура. И она стоит, стала холодать, чуть прибавила здесь 2-3 градуса, ну это видно, легко привыкается. Ну это же зависит, какой у вас дом, там еще сделан бревенчатый, каменный, там где-то каменный побольше, можете, как утеплен, количество батарей. Но дело в том, что вот этот датчик терморегулятор легко позволит простой бюджетный котел вывести на уровень дорогого. Вот постоянная температура, только остается смотреть прогноз погоды и дать термометр на улице, который висит, если должен есть, по нему ориентироваться, и все у вас будет прекрасно. До новых встреч, друзья. Спасибо за просмотр.